Белеги. Светлаков на дальнюю. Опасно. Гол. ЦСКА закапывает. Иван Телегин. У ЦСКА всегда есть способ, когда что-то там не ладится в комбинационно-пасовой игре. Лужиевский, Соркин, Телегин. И заворот, и момент, гол. Андрей Светлаков, 2-2. Вот кто делает результат сегодня в атаке у ЦСКА. Вот такую вот оценку в игре своей команды дают болельщики. И здесь оценили вот этот силовой прием. У вас драка. Телегин против Телегина. Ну, я вам сразу скажу, они не братья. Телегин против Телегина в Челябинске. Ну, надо же! Смотрим. Силовой прием Сергея Телегина. Ну и тут Ваня вступил в дело. Так, у Ивана Телегина сегодня хитрик Горди Хоу. Гол, пас, драка. Отлично он проводит этот челябинский вечер. Команда ЦСКА номер 7, 4 минуты грубость. Команда Трактор номер 7, 2, 2 минуты грубость.